Здорово. Привет. Не хочет. Ну ладно. Хорошо в Иркутске летом. Я уже которое лето, между прочим, собираюсь куда-нибудь уехать, а потом так здесь походишь, порисуешь, да еще на Байкал съездишь. Думаешь, куда ехать не надо. Вот летом из Иркутска уезжать не надо. А на зиму надо куда-то в теплые края сбегать. Я подозреваю, что я опять очарованный этим городом и всем этим великолепием, я опять никуда не уеду, так и буду ходить по городу, буду рисовать, потому что работы у меня немерено, планов еще больше, чем работы. Вечер хороший, а завтра, говорят, праздник. Кстати говоря, завтра я пойду куда-нибудь там по центру, буду ходить, гулять. Ищите меня в центре города, кто хочет получить портретик. Или шарф веселый. Или еще что-нибудь. Я, кажется, рассказывал про этот дворец бракосочетания. Видите, да? Вот с самого начала его построения, это, ну вот я же не могу без этого. Как бы хорошо не было, а все равно вот вижу я вот такие интересные нюансы. Обратите внимание, там сверху у него кольцо якобы золотое. Ну, понятно, да, это же дворец бракосочетания. Значит, нужно кольцо. Вот. Кстати говоря, меня замучили эти процессии свадебные. Они же тут постоянно приезжают, уезжают, выезжают. И это все время сигналят. Ну ладно, бог с ним. Это пусть гаишники разбираются. Я про архитектуру. Видите вот это вот кольцо? Ну, во-первых, само по себе употребление таких лобовых прямых символов в архитектуре – это не достоинство архитектуры. Превращать архитектуру в скульптуру – не знаю. По-хорошему, архитектурный образ должен создаваться естественно, чистой функцией, чистой тектоникой. Вот. Этот дворец бракосочетания, помните, я рассказывал про образ в архитектуре. Так вот, образ в архитектуре создается не вот этими искусственными скульптурными вещами, и тем более не каким-нибудь там рисованием на фасадах, да, а непосредственно самой конструкцией, идеальным сочетанием конструкции с формой, с функцией, да. Вот я всегда привожу в пример танк, например, или военный самолет возьмите, да. Ведь там же нету вот таких вот колечек каких-то там, да, прибамбасиков. Нету же там каких-то, вот, как видите, у нас там вот на, вот вершина-то вот эта рекламная, это Пенсионный банк России. Вот эта вот искусственная конструкция, которая страшно дорого стоит. Я, кстати говоря, на нее всегда смотрю в окошко и думаю, елки-палки, там, пожалуй, 3 этажа целых, да, сделаны. Достаточно вот эти проемы остеклить, и там получится, ну, шикарных 3 мастерских для иркутских художников. Ну, или для меня, по крайней мере. Но туда вгроханы огромные деньги. Это такой каприз архитектора для того, чтобы украсить
сделать повыше видимость. Но это видимость повыше, это же обман, это же здание-то само невысокое. Вот уберите мысленно этот набалдашник искусственный, декоративный. Вообще в архитектуре декорация противопоказана, это дурной тон. Все декоративное, все вот эти вот бантики, черт-то что, и сбоку бантик, говорят, да? Так вот, это примерно вот здесь вот это колечко. Что, резкость потерялась, да? Сейчас настроим. Да-да-да. А не хочется резкость настраиваться. Сейчас на себя наведу. Ага, вот. Вот он я. А вот там кольцо вот это вот, про которое я рассказываю, да? А, значит, в архитектуре это дурной тон. Ну, по крайней мере, в той архитектуре, которую я когда-то изучал. В сегодняшней иркутской архитектуре, это круто, да, понаделать вот этих вот штучек. Хотя это не совсем сегодняшнее, это достаточно старое здание. Но так или иначе, вот это кольцо, это такая вот символическая штука, которая, ну, если, как бы сказать, ну, это не такой великий грех, конечно, это колечко. Хотя оно из той же, так сказать, оперы. А опять же, посмотрите, сколько туда угрохано материала. Это же деньги, да? Архитектура, как и недаром же говорят, что нужно учиться у природы. У природы таких излишеств нет. И вот я приводил в пример, например, танк или самолет военный. У них идеальный, правда же, да, они красивые. Вот у них идеальный образ. Он создан, он самодостаточный. Вот за счет того, что военная техника требует максимальной экономичности и максимальной функциональности, то она получается красивая. Вот эта знаменитая фраза конструктора, авиаконструктора, что некрасивый самолет не полетит, она шикарная, она отличная, она очень хорошо отражает суть дизайна и архитектуры. Потому что некрасивый самолет не полетит, потому что красота – это гармония. Красота – это идеальное сочетание формы и содержания. И когда ты этого достиг, вот, то получается правильная вещь. Почему все природные явления, почему стрекоза, там, все звери и даже люди, они красивы? Если их не подпортит генетика, если их не подпортят болезни, то задуманы они Богом-творцом, они, конечно, задуманы очень красивыми. Вот это потом они уже сами себя портят. Красота – это идеальное сочетание функциональности, рациональности, разумности и отсутствия излишеств. Вот это кольцо, которое там у меня за спиной, по сути дела, это излишний каприз. Ну, хорошо, что тому архитектору захотелось сделать колечко. А может быть, он еще бы там, можно кровать было поставить, да? Все-таки бракосочетание, там сразу намек такой, понимаете? Колечко – это же намек. Это же как бы костылик такой для глуповатых людей. Поскольку он не смог добиться идеального образа в самом здании, то есть мы не видим в этом здании, что это дворец бракосочетания. Понимаете? Если бы этот человек, архитектор, идеально исполнил свою роль архитектора, то он бы создал такой дворец бракосочетания, что мы без надписи, без кольца, подходя к нему, видели, что да, это дворец бракосочетания. Две функции – дворец и второе – бракосочетание, что это то место, где брачуются, так сказать, да, что это официальное это место. Поскольку он не умеет, поскольку наши архитекторы не владеют этим качеством, они это не умеют, они не художники. Вот создавать образ может только художник. Ну, профессия такая у художника, да, создавать образ. Поскольку они не умеют создавать образ, они строители, то им нужно обязательно написать крупными буквами дворец бракосочетания. А чтобы подтвердить это, чтобы китайцы понимали, которые по-русски не читают, там еще и колечко приделать, да? Вот тогда, мол, понятно, что это дворец бракосочетания. Согласитесь, что на очень
хороших, правильных архитектурных сооружениях не надо писать, что это такое. На церкви, например, на храме православном не надо писать, что это православный храм, да? На мечети не надо писать, что это мусульманская мечеть. Всем понятно, у этих зданий есть собственный отработанный образ. Это вот та самая задача, которая ставится перед архитектором, нормальным архитектором в нормальном городе с нормальным пониманием архитектуры. Перед ними ставится задача художественного образа. У нас эта задача не ставится. Вот тут еще архитектор, еще зная такие слова, как художественный образ, попытался его воссоздать, но вот такими примитивными средствами, сделав сверху колечко и написав крупно «Дворец бракосочетания». Ну, другого, вот уберите вот это вот, «Дворец бракосочетания» и кольцо, и догадаетесь ли вы, что это такое? А если не догадаетесь, значит, нет образа. А если нет образа, то есть без образа, значит, это вещь безобразная. Вот как бы красиво это здание не выглядело, как бы его тут подсветили там всяко-разно, там золотом покрыли, да, вот, все светится, сверкает. Люди ходят, говорят, ой, как красиво, да, а для меня красота, она немножко в другом, она в том, что какой образ у этого здания. Если этот образ совпадает, да, сейчас я переключу, ну что он? Наводит на резкость? Наводит. Вот. И если этот образ совпадает с тем, что это здание само из себя представляет, то вот тогда я это называю красивым, да? А теперь самый большой и самый смешной казус. Вот. Я наоборот, как говорится, начал за здравие, окончил за упокой, да? Но я попробую все-таки вернусь к позитиву. Да, собственно, и здесь-то не негатив. Это, давайте к этому относиться как к попытке рассуждать вообще и, наконец-то, понимать, что такое красиво, какая должна быть архитектура в Иркутске, не в Иркутске, вообще, например, да? Теперь смотрите. Вот я уже говорил, вот под этим кольцом там тоже помещение. Да, кстати, вот сделали ремонт, и, по-моему, там поставили стекла. Ну, то есть, нет, не поставили. Там так все и осталось. Просто светится, и все. Вот. Ну, надо пойти да посоветовать, вот, кто тут хозяин этого здания. Елки-палки, остеклите вы это, вот эту вот штуку. Или вот там, да? А, она спряталась у нас за елками. Вот. Или там, остеклите. Тепло уже подведено. Канализация уже есть. И вы получите бесплатное огромное количество метров, да, помещения. Дайте мне там мастерскую, елки-палки. Ну, к кому обратиться там? К Бердникову там и еще-то. Вот пропадает. Там только стекло. Я заплачу за стекло, за это. Тепло там есть, все есть. И отдайте мне это под мастерскую. Ну, какая будет хорошая мастерская для меня? Вот. Что я там ючусь в несчастной мастерской старой-старой, которую у нас все время грозятся отобрать. Ну так вот, а теперь самый главный казус с этим колечком. Вот эта попытка, она анекдотичная. Это же дворец бракосочетания, да? Но колечко-то одно. Никто на это не обращает внимания. То есть архитектор хотел тут как бы вот, ну, показать, что это вот такое дело для брачующихся, для двоих вообще-то, да? А колечко-то одно. И вот тут мы возвращаемся и приходим снова к главной той мысли, которую я пытаюсь донести, что символы, они правят миром, что символика, она первична. Вот эти знаки, которые человек создает, они управляют миром. А как? А вот тем, что кольцо одно, а по статистике у нас в России количество разводов там какое-то на самом первом месте в мире. Вот. Такая проблема. И вот эта проблема заложена в этом дворце бракосочетания. Люди, приходя сюда брачеваться, такие все красивые, в фате там, в черном костюме, выкинув огромное количество денег на эту пьянку, да, гулянку, с дракой и танцами. Вот.
они, приходя сюда, входят в здание, под сень здания с одним кольцом. Они обрекают себя на брак. То есть одно кольцо – это действительно, как говорят, хорошее дело, браком не назовут. Так вот, это одно кольцо на этом здании – это архитектурно-художественный брак. И дворец этот называется «Дворец бракосочетания». Дворец бракосочетания с одним колечком. Ха-ха-ха. Ну что еще может быть фантасмагоричнее и смешнее? Не потому ли... Не потому ли мне так весело живется в этом городе? Вот. Потому что я хожу по нему и вижу так много... И вижу так много вообще веселых вещей. Ну, правда, они часто переходят грань какую-то. И это веселье, в общем-то, смех сквозь слезы получается. Ну, а я сегодня вот прогулялся по улице. И сейчас пойду опять в освояси. Немножко поработаю. Буду готовиться к завтрашнему празднику. Да? С чем всех и поздравляю. Я так, правда, толком и не понимаю, что это за праздник у нас, да? Но что отказываться? Праздник есть праздник. Вот, это завтра. Послезавтра, а 14-го мы будем праздновать что? Скажите-ка мне, люди добрые. Ага, вы думаете, мы будем праздновать начало чемпионата мира? Это вы будете праздновать начало чемпионата мира, да? А я к футболу отношусь спокойно, да? Но зато для меня... Для татарина, настоящего сибирского татарина, завтра, послезавтра будет, как это называется, Ураза-Байрам. Я поздравляю всех мусульман, братьев мусульман с этим, ну что это, масленица по-нашему, да? Ну, насчет татарина я пошутил, это Пушкин так меня обозвал. Это же он сказал, что любого русского поскреби получится татарин. Значит, через 2 дня мы будем праздновать наш Ураза-Байрам. А кто-то пойдет болеть там, значит, за футболистов, за здоровых бугаев, про которых, кстати говоря, у Жванецкого, Райкин, Жванецкий сказали, что футбол – это когда 22 бугая, которым уже не надо заниматься спортом, бегают и занимаются спортом на виду у 100 тысяч человек, которым надо заниматься спортом. Вот. Ну ладно, до завтра. Маленький экскурс закончен. Всего доброго. Кому понравилось, благодарите. Пока. Не...